Движением руки и ножниц дан старт работе мини-ГЭС «Манкент» в Сайрамском районе. Станция оснащена современным оборудованием и позволяет вырабатывать 40 тысяч киловатт электроэнергии в час. Аким области, посетивший объект, заметил, мини-ГЭС не случайно открыта именно тогда, когда в стране проходит международная выставка «Экспо». Глава государства, президент Назарбаев, дал поручение обеспечить увеличение доли возобновляемой энергии в нашей республике до 50% к 2050 году. В связи с этим в области развития возобновляемой энергии взята на особый контроль. Глава ТО «Аксу Энерго» согласен, область нуждается в предприятиях, производящих энергию из возобновляемых источников. Тем более в этом плане Южный Казахстан более чем благодатный район. 300 из 365 дней в году у нас солнечные. Есть у нас и другие районы, где ветра, есть реки, в селах отходы животноводства. А ведь это все возобновляемые источники энергии. И мы просто обязаны это все использовать во благо народа. Южно-Казахстанская область, несмотря на достаточно стабильное обеспечение потребностей населения, испытывает существенный дефицит электроэнергии. Внутренние сети обеспечивают только около 50% общей потребности региона в электроэнергии. В области, по подсчетам специалистов, необходимо поставить еще около сотни подобных ГЭС. А в ближайшие годы откроются подобные электростанции на реке Каскасу, а на Угаме появится целый каскад мини-электростанций.